Эй! Всем привет, дорогие мои родники мои. Тут один моментик. Ох, отлично. В общем, что? Год подходит к концу. У кого-то он уже закончился, да, как говорится, время у всех разное. На Камчатке уже Новый год, ребят, с вас с Новым годом. Всех остальных с наступающим. Как говорится, год был тяжелый для многих. Что я хочу вам сказать? Не болейте, будьте здоровы. Пусть Новый год будет для вас благополучным, счастливым, радостным. Чтоб сбылись все ваши мечты, чтобы было у вас все хорошо и прекрасно, чтобы были здоровы ваши все родные, близкие, чтобы у всех все было прекрасно. Вот. Надеюсь, для нас всех наступающий 2022 год будет более лучшим, нежели 2021 год. 20-й, 19-й, собственно, все эти года, да, были для нас непростыми, начиная с 19-го, это коровий вирус, который всех нас уже достал, да, чтобы, как говорится, всем было все отлично, чтобы он ушло и все прошло, и, как говорится, все было прекрасно. Вот, что ж, я много глаголствовать не буду, поэтому, наверное, на этом как бы и все. И хо-хо-хо-хо! Всех с Новым годом, с новым счастьем! Чмок в пупок, чмок в лобок, как говорится... Куда? Что? В лоб, чмок, как говорится. Обнял, приподнял, поставил. С Новым годом, друзья! Люблю, целую, обнимаю. С Новым годом! С новым счастьем! Ho, ho, ho.